Диагностика драгоценных камней, классификация минералов. Казин интересовался камушками? Еще как. Он же коллекционер, часами мог о них говорить. Похоже на ограбление. Толь, ну что там у тебя? Так, ну, предварительная причина смерти – удар тупым предметом в висок. Там у него кость проломлена. Чем пока не могу сказать, это надо в лабораторию. Вероятное время смерти – около 21.00, 21.30. Вот так вот. Я приехал, он уже был мертв. Хотите проверить по навигатору? Захочу, конечно, но позже. А если что, у меня есть нашатырь. Да спасибо, обойдусь. Пойду отпечатки пальцев сниму с сигнализацией. Так, а теперь по существу. Кто из знакомых Казина мог к нему наведаться вечером? Подсказка. Друзья, коллеги, женщины. Друзья? При специфике его деятельности, ну, видимо, были, но не факт, что близкие, а женщины. Женщины. Была одна. Алла, Алена, не помню, как-то на. Блондинка, лет 25 на вид. Пару раз их видел вместе и все. В списке контактов можете посмотреть. Есть кое-что интересное. А вот, нашел фрагмент отпечатка пальца, как будто кто-то ногтем пытался набрать комбинацию. Женским ногтем? Ну, это ж я не знаю, женским, не женским. А что, есть подозреваемые? Значит, в 10.00 хозяин дома вышел с женщиной, и они уехали на его машине. Ну да. Женщину написать можете? Цвет волос, рост? Приметы какие-нибудь? Ну, волосы светлые, рост высокая. Красивая, знаете, такая. Спасибо. По приметам вроде похоже на его пассию. Однако, насколько я понял, сейф не был взломан. Mm-mm. А эта Алла Алена вряд ли знала пароль. Если только не угрожала ему пистолетом. Что, я же помочь хочу. Вот только не надо прикидываться Сапроновым и Бобрыкиным, ладно? Где они, кстати? Ушли на заслуженный отдых. Ну и хорошо, никто не зудит у меня над ухом. И вы тоже, пожалуйста, не вмешивайтесь в мой нормальный рабочий процесс. Да. Спасибо на добром слове. Всегда пожалуйста. Вы там валерьянки выпейте, если что. Хорошо. Прошла любовь, завяли помидоры. Лично я в своей отставке вижу только положительные стороны. Вернусь в привычную среду, буду спокойно работать. Вдалеке от твоих аграрно-эротических пассажей. А уж как нет, будет не хватать твоих доморощенных прибауток. Ну что, шкаф на место поставлю? Оставим в назидание потомкам. В
Григорий Петрович, а вы уходите уже? Да. А не можете прямо вот на 5 минут в лабораторию зайти? Есть вопрос по поводу орудия убийства. Молодой человек, я только что официально вышел на пенсию. Как? А, пожалуйста, не можете прямо чуть попозже выйти на пенсию, а? Ну, пожалуйста. Единственное, что меня смущает, это частицы грунта в ране. Но это ведь частный дом. Может быть, что-то из садового инвентаря. Да. Да, кстати, может быть. А, Григорий Петрович, я отчет составил. Ну, это предварительный, так сказать, первоначальный вариант. Может быть, посмотрите? Так, что-то тут все перепуталось. Перепутано. И это, я так понимаю, вещи убитого. На токсикологию отдавать собираетесь? Нет, но это же не обязательно. Ну, в нашем случае. И что? Если не обязательно, значит, и проверять не нужно. Ох, Григорий Петрович, ну, при всем моем уважении, ну, ему же проломили голову просто. Это была подсказка, юноша. Жевать и глотать за вас я не собираюсь. Vivere est cogitare. Жить значит мыслить, согласно Цицерону. Я ушел. Клиента поджидаете, Федор Анатольевич? Просто подумал, время позднее, общественный транспорт подводит. Еще застудите себе что-нибудь, Григорий Петрович. Увы, ваши услуги непозволительная роскошь для одинокого пенсионера. Но за беспокойство спасибо. Какие планы на ближайший вечер? Теплый кефир, горячий душ, художественная литература. Альтернативные варианты не рассматриваются? Топить сезонную хандру погорячительным. Боже мой, как это предсказуемо. Зато эффективно. Предложение действует 9 секунд. Время пошло. 1, 2, 3, 4. Не пренебрегайте детскими методами, Верочка. Удачи вам, дитя мое. Товарищ капитан, вот распечатка разговоров Кайзина за последний месяц. Среди женщин Алла только одна, и на ее номер он звонил довольно часто. Спасибо. Алла, может быть, я все-таки подожду, когда вы закончите? Нет, у меня после тренировки встреча. Я не могу опаздывать. Лучше сейчас. Так зачем я вам понадобилась? Вчера вечером в доме небезызвестного вам Станислава Казина произошло преступление. Его ограбили. Я не знала. Он мне не рассказывал, видимо, не счел нужным. А я тут при чем? Свидетели показали, что тем утром вы уехали с Казина на его машине. Да, он меня подвез. У меня нет своей машины. Что в этом такого? Пока ничего. Скажите, а что вы делали вечером? Пошла на вечеринку. Клуб «Коллайдер». Где-то флаер должен быть. Могу поискать. И печать, наверное, не стерлась еще. Вот. Этого достаточно? Кто-нибудь может подтвердить, что вы были там в 9 вечера? Так камеры же везде. И потом у меня в Инстаграме все зафиксировано. Можете подписаться. Алла Рил, нижнее подчеркивание, фан. Казин вас финансировал? А при чем тут это?
Просто хочу понять основу вашего союза. Нормальный союз двух взрослых людей, которые стараются не портить друг другу жизнь. Ясно. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. И Станислава не просто ограбили. Его убили. Примите мои соболезнования. Тихо у тебя стало. И меня это устраивает. Что там? А, это та, что ли, подружка адвоката? Угу. Не нравится мне ее алиби. Какое-то оно образцово-показательное. Или в толук она запилила, и у баннера позировала. В общем, вся на виду. Мне кажется, она как-то причастна. Да? Ну что, есть еще какие-то зацепки? Никаких. Ни одной улики, ни одного толкового свидетеля. В окружении Казина камнями никто не занимался. Единственный подозреваемый — не прикопаешься. Может, слежку за ней установить? Бригады все распределены. Людей просто катастрофически не хватает. Ничего. Как-нибудь сама справлюсь. Да, Вер, тут еще одна новость. Я хотела, чтобы ты это от меня услышала. Дело Токарева приостановлено. Что? На каком основании? За недостатком улик. Я собственными глазами видела, как Вадим Батов выходит у магазина из машины за 7 минут до наезда на Токарева. Вер, спокойно. Почему? Почему Мухин приостанавливает дело за недостатком улик? Он же ничего не проверил. Он что, действует в интересах Батова? Он вообще ничего не делает! Значит, послушай, я разберусь с Мухиным и с уликами. Ты только не лезь в это дело. Займись лучше Казиным. А если эти два дела взаимосвязаны? Это каким же образом? Казин накануне смерти звонил Батову неоднократно. Это не зацепка? Ну что? Адвокат звонит клиенту. Так. Батов в данном случае свидетель. Можно я с ним поговорю? Вера, только я тебя прошу, вот без глупостей, ладно? Андрей Юрьевич, Казин звонил вам накануне 8 раз. Да, звонил. Казин мой адвокат. Он для этого существует. Есть какие-то претензии? Нет, нет. Я только уточняю. Скажите, пожалуйста, а его поведение или голос не показались вам странными, необычными? Это что, какая-то хитрая провокация? Так у меня еще адвокат есть. Что вы, Андрей Юрьевич? Я просто пытаюсь разобраться в мотивах убийцы. Казин много успел сделать за вчерашний день. Например, убедил Мухина закрыть дело против вашего наследника. Провернуть это законными способами невозможно. Вот я и подумал. Я не собираюсь с вами обсуждать профессиональную деятельность Казина. Еще вопросы есть? Немало. В письменном виде изложите их моему адвокату и всего доброго. Хорошего дня, Андрей Юрьевич. И вам тоже. Я уже все указал в определении на приостановление дела, но не было на записях этой ауди. Я не знаю, откуда Ершова это взяла. Угу. Но для начала мы отправим жесткий диск на экспертизу. Вы не против? Да наоборот, только за. Вот, отлично. И по результатам посмотрим, да? Конечно. А вы не хотите заодно провести экспертизу Ершовой? Ну, на профпригодность. Есть основания? Ну, есть подозрения. У девушки явная предвзятость к успешным людям, в каждом из которых она видит обидчиков своей семьи.
Это приводит к ее маниакальному стремлению наказать каждого представителя этой касты, виновен он или нет. О ее особенностях знают все, но она продолжает работать. Не иначе, как имеет высоких покровителей. Товарищ майор, что за намеки? Вы вообще понимаете, с кем говорите? Так точно, товарищ подполковник. Только это не намеки, а факты, которые я легко могу подтвердить в соответствующих инстанциях. К сожалению, но вам не повезло, сегодня у нас не приемный день. Ой, Александр Павлович. Здрасте. Здрасте. Прошу вас. Пехота! Верхнюю пуговицу застегнуть! Начальство с ревизией. О, товарищ подполковник, ко мне как раз подкрепление нужно. А то этот агрессор всю мою передовую линию завалил. Да, приехали. Нет, ну я понимаю этот, он в игрушки не наигрался еще. Ну ты-то, Федь, ну ты вроде взрослый, нормальный человек. Я вообще-то это Федор Анатольевич предложил. Нет, ну, ребят, ну, может, хватит на сегодня, а? Ну, честное слово, как школьники. Это вам, Александра Павловна, завтра ни свет, ни заря на работу. А мы, как официальные пенсионеры... Да, имеем полное право немножко подорвать здоровье. Ну, понятно. То есть вы вот так вот сдадитесь, да? То есть прогнали и ладно. Вернетесь к своим этим телевизорам и крайне занимательным хобби. Возражаю. Это не хобби. Это высококвалифицированное ремесло. И у меня. По Москве без навигатора. Вот любую улицу назови, покажу. Гриша, неси карту. Ты подождите. Принесу. Принесу. Сейчас мы сначала бахнем. Александр Павлович. Нет. Александр Павлович. Ну, хорошо, за меня. За наши уникальные навыки. Что, тебе жалко, что ли? Так вот оставь вас на каких-то 15 лет. Ладно, давайте. Только по одной. А что вы здесь? Умоляю, не так громко, дитя мое. И не сочтите за труд. Соорудите мне из чего-нибудь чашечку эспрессо. А я бы не отказался от круассана. Верочка, милый, сбегай в кафетерий. А, не благодари. Они что, здесь снова работают? Да, официально восстановлены на службе на основании моего личного поручительства. Еле уговорила. Да, я, честно говоря, даже не помню, когда я согласился. Ну, так еще не поздно отказаться? Поздно. Прошение и все необходимые документы уже лежат на подписи у начальства. Так что принимай подкрепление. Верочка, ну, правда, сбегай в кафетерий. И не надо делать вид, что ты нам совсем не рада. Нет, я очень даже рада. Только, по-моему, при повторном трудоустройстве необходима переаттестация. Да, вот, правильно. Вместе и пройдете. Тебе же вроде тоже пора, да? Молодец, что напомнила. Мне кажется, убийца где-то в окружении Аллы. Уж больно у нее алиби подготовленное. Может быть, может быть. Часы, я полагаю, остановились в день убийства. Да, предположительно упали. Убийца поставил их на место, отпечатки стер. Что-то не так?
Если бы часы упали с такой высоты, они бы разбились вдребезги, да и на полу бы остался след. А так только стекло. И что? Убийца разбил стекло, чтобы позлить хозяина? Смешно. Нет, я думаю, что часы разбились от удара о сейф. В момент вскрытия оного. Но сейф не был взломан. Или Зеленко что-то пропустил? Здесь электронный замок. Соленоид блокирует ригель. Сейчас объясню. Здесь стоит катушка. Внутри ходит якорь. Если мы набираем правильную комбинацию, на катушку подается ток, и якорь освобождает ригель. Если комбинация неверная, разумеется, ничего не происходит. Но это можно сделать и снаружи. Неодимовый магнит. С его помощью можно отодвинуть якорь и освободить ригель. Я думаю, что когда преступник водил этим магнитом по дверце, часы, они же металлические, притянулись, и стекло разбилось из сейф. Он такой мощный. Да. А редкий? Относительно. Мелкие довольно распространены, а этот должен быть довольно крупным. Сантиметров 15 в диаметре и толщиной, ну, 5-10, не меньше. Уже что-то. Нашли орудие убийства? Нет, вообще ничего подходящего. Я думаю, может быть, он с собой забрал? В чем-то вы правы. Юноша, посмотрите внимательно вот на этот след. Ну, след, будто бы человек развернулся. Совершенно верно. Потому что удар был нанесен ногой. Ну, это круговой удар, что-то типа мамаши гири. А это след от опорной ноги. Так мы можем объяснить и присутствие грунта в ране. Убийца-каратист. Каратеист. В 90-е годы такие убийства случались довольно часто. В 90-е, да. Но в наше время. Добрый день. Оперуполномоченный Ершова беспокоит. Скажите, пожалуйста, а на вашем сайте за последние 2 месяца кто-нибудь заказывал неодимовые магниты диаметром 15 сантиметров? Да, я уже отправила вам запрос. Угу. Жду список клиентов. Спасибо. Я думаю, он будет небольшим. Для счетчик такой большой не нужен. Для счетчик? Обычно такие магниты ставят на счетчики воды и света. Экономия. Я смотрю, вы в теме. И не только в этой милой башне. О, пришел. Так, клиенты. Вот, 2 недели назад некто Феофанов Павел зарегистрировался на сайте, оформил доставку на дом, расплатился карточкой. По анкете 26 лет, вполне подходящий сообщник для Аллы. Герой. Так, а банк у него... Можете не проверять. Ваш юноша не подходит по профилю. Думаю, убийца не меньше 45. Откуда такие выводы? У Казина же только камушки взяли. Я вспомнил старое дело, в котором фигурировали и камни, и карате. Золотая банда ОПГ из 90-х. Грабили ювелирные дома и обеспеченных граждан. Гробокопательством тоже не брезговали. Плюс члены банды владели приемами карате. И часто своих жертв убивали голыми руками и ногами. Да, только их всех посадили. Кажется, в 97-м. И что? Кто-то из них вполне мог уже откинуться. Банды. 90-е. Все это, по-моему, как-то очень сложно. Начинаем аттестацию по физподготовке. Ну что, Федор Анатольевич, какие ощущения перед лицом неминуемого позора? У меня, между прочим, войсковой разряд, в отличие от некоторых, с полной выкладкой. Это да. Только когда ты бегал в последний раз? Я, например, году в 98-м. Ой, чего это? Старая гвардия дала слабину? Вот еще. Просто иронизируем на нервной почве. Для поднятия командного духа. Вот именно. Ершова пошла? А ведь
говорите, правда. Поляжем, Петрович. Да не так я себе представлял свой конец. Бобродов, Бобрыкин, пошли! Сапронов, Бобрыкин, только с поправкой на возраст. Зачет. По-моему, очень неплохой результат для тех, кто последний раз бегал в прошлом веке. Я, кажется, понял смысл расхожей идиомы увидеть небо в алмазах. Так, ладно, вы тут упражняйтесь в остроумии, а я пойду попробую выцепить личные данные Феофанова из его банка. Мы с вами. Чуть погодя. Я не поднимусь. В обозначенный промежуток времени на данной записи транспортное средство марки Audi, номерной знак Е567КХ, не фигурирует. Следов монтажа и видимых склеек не обнаружено. Уверен? 90%. Если работал профессионал, нужно смотреть на другой аппаратуре с другими программами. У нас таких ресурсов нет. Ну что и требовалось доказать. Я тоже за торжество правосудия. Но идея фикс фактами опровергнутая. Даже опаснее навязчивая идея фактами неподкрепленной. Я вас поняла. Да, кстати, я слышал, в отношении Ершовой инициирована проверка. Давно пора. Бобрыкин, ну когда ты наконец начнешь вести здоровый образ жизни? Здравствуйте, Анжелика. Смотри, здоровый, бодрый. О, Григорий Петрович! Вы были абсолютно правы. Конечно. Вот, токсикологи выявили в легких Кази наличие нервно-паралитического газа, такой в баллонах обычно используют. В средней концентрации, то есть уже вывелся наполовину из организма. На время выведения, я думаю, часа полтора-два. Да. Так, значит, Казина вырубили из баллончика за пару часов до смерти. Да, и время отравления сопоставимо со временем, которое показывали часы, остановившись. Вор и убийца, скорее всего, разные люди. Вор только вырубил Казина газом, а убивать его не было смысла. Через два часа после того, как тот очнулся, кто-то другой проломил ему висок ударом ноги. Да, не самый удачный день был для товарища Казина. Ну, я бы пока не списывал со счетов версии насчет золотой банды. Надо бы пробить, кто сейчас на свободе. Молодой человек, вы нам не поможете? Так. Значит, получается, Амишев, Глазко, Карапетян умерли уже. Так. Дементьев и Лясин еще сидят. Получается, что на свободе только Терентьев и Сорокин. Сейчас адреса их найду. Так, вот Терентьев, а вот и Сорокин. Породистые средства передвижения, особенно для зэков на пенсии. Не на то смотрите, коллега. У этого господина Сорокина вес под сотню. И давление не меньше 150. И будь он раньше хоть трижды каратеистом, я не думаю, что он мог нанести летальный удар. Кто второй? Что, из банка прислали документы на покупателя магнитов? Угу. Попались, голубчики. Я же говорила, что Алла был сообщник. А ну-ка, Толя, выйди, нам с капитаном Ершовой надо поговорить. Что случилось? Звонил Батов. Он нашел у себя в кабинете жучок. Через пару часов после твоего визита я тебе говорила, не лезь в дело Токарева. Я не ставила никакой жучок. Да, но еще хочется верить, что это так. В общем, он подал заявление в службу собственной безопасности. Будут проверять наш отдел и тебя в частности. И если что, мне тебя уже не спасти.
Головное заведение господина Терентьева. Есть еще пара-тройка мелких клубов в Новой Москве, но здесь у них основное логово. И что, криминал-то в чем? Карате у нас сейчас почуять. Человек оступился, искупил, исправился, зарабатывает на жизнь, чем умеет. Прям как-то извозом. Вот сейчас и проверим. О, то, что надо. Здорово, пацаны. Кто-нибудь из вас хочет заработать 200 рублей? 500. Ну ты, бизнесмен. 250 – это мое последнее предложение. 600. Или я сообщаю в службу спасения о незнакомых дядях, которые ходят по улицам и предлагают мальчикам деньги. Шах и мат. Мате. Идите, отрабатывайте связки для соревнований. Здрасте. Здравствуйте. Хотели пообщаться с владельцем клуба. А вы по какому вопросу? Да вот, внук привел заниматься. Хотел бы узнать условия. Так у нас там девушка на ресепшн, она вам все объяснит и по абонементам, и по расписанию. Да это понятно, но хотелось бы, как говорится, увидеть товар лицом. Вы не могли бы нам что-нибудь продемонстрировать? Ну, в частности, мавашей гири. Ну что ж, можно, конечно, тряхнуть стариной. Так. Будьте любезны, еще разочек, а? Ну, можно еще разочек. Нет, растяжка не та. Не рост. Ну, так и годы не те. А в чем проблема? Да уже нет проблем, дорогой товарищ. Просто хотелось устроить внуку хороший клуб без халтуры. Спасибо. Сладик, я тебя полчаса в машине дожидаюсь. Вы кто? Кто вы такие, я вас спрашиваю? Я сейчас полицию вызову. Мам, да все нормально. Нормально? Что нет, нормально? Что ходят, да, тут. Что происходит? Так это не твой дед, что ли? Кто такие? Ходу, Федя, ходу. А ты не обязана помнить. Это наш с папой личный праздник, интимный. Так просто зашли в одно симпатичное помещение. А добрейшей женщине, которая потом оказалась работницей ЗАГСа, просто было жалко нас отгонять. Так и расписались. Потом сидели в кафе на Рижской. Пили коньяк и ели вишню в шоколадной глазури. В тот день мы тоже хотели отметить. Мам. Зачем я только ему призналась? Упала случайность, мало ли что бывает. Я просто никогда ни в чем не могла ему соврать. Хотя бы скорую могли бы вызвать. Мороз был такой, как в тот день, когда мы с ним в ЗАГСе прятались.
Среди освободившихся членов банды нашего убийцы нет. Но у этих двоих есть кое-что общее. Они оба очень неплохо живут. Уже подозрительно. Ой, слушай, я больше не могу. Сапронов, на снаряд. Вы напрасно иронизируете, Вера Сергеевна. У одного из них серьезная фирма, второй держит несколько клубов единоборств. И открыли они свои заведения, едва выйдя на свободу. Возникает вопрос. Где деньги, Зин? Да. На даче спрятали. Под яблоней зарыли, вышли, откопали. Давайте посмотрим, что нам известно. Банда грабителей в полном составе оказывается за решеткой в конце 90-х. 15 есть. Ершова на снаряд. Но только денег при них не обнаружено. И снова возникает вопрос. Где деньги, Зина? К чему вы клоните? Смотрите. Из семерых членов банды трое погибли на зоне, двое пошли на рецидив и вернулись на нары, а двое, откинувшись, поделили общак, который кто-то должен был держать. Кто-то, кого не сдали на суде именно с этой целью. Восьмой член банды, которым никто не знал. Именно он и есть наш убийца. Он убил Казина. 10 есть. Переходим к подтягиванию. Чаще всего Феофанов пользовался карточкой вот в этом банкомате. Ставим точку. В магазине. Ставим точку. Еще один банкомат. И здесь. Вот. Получается ареал его возможного обитания. Мы перешлем фото Смирнова и Феофанова в местное отделение полиции. И пусть участковые прошерстят съемные квартиры. Ловко. Я встретился со следователем по делу Золотых. Есть связь. Валерий Бельков, один из подозреваемых по делу Золотой банды. Убит так же, как Казин. Ему проломили висок. Замечу, к тому моменту все члены банды были за решеткой. Что за Бельков? Я все объясню. Сейчас надо провести эксгумацию тела Белькова, сравнить повреждения. Слышь, старшой, если я, не дай бог, при выполнении служебного задания, мне вот такой же, пожалуйста. Опустела без тебя земля, но и вкус у тебя, Федя. Ты вообще, оказавшись перед лицом вечности, так ли уж важно, что намалюют на жалкой тряпочке, которая истлеет после первого же ливня? Тогда на твоей напишу. Наконец ты замолчал, Гриша. Грубо. И не смешно. Впрочем, в твоем духе. Ага, все-таки важно. Ладно, ты пока подумай. А ты куда? Пойду пообщаюсь с местными. С какими местными? Народ мрет, мы работаем. Работенка у вас. Я ведь Валерку Беляков знал. Жаловался часто. Тяжко, мол. Бог прибрал. Он хвастал, что Золотой бандой работал. Не знаю, врал, наверное. По правде говоря, Валерка-то много слухов о нем ходило. Могилы вроде двойные делал, чтобы под обычный гроб труп криминальный спрятать. И с кремацией помогал. А когда ребят тех посадили, Валерка обнищал. А накануне смерти деньгами хвастался. Я еще подумал, может, заказ какой получил. Все, дальше вы сами. Позвольте, а, собственно... Нам только за раскопки платят. Как надо будет закапывать обратно, скажете. Ну? 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 Кто полезет? А кто у нас эксперт? Это был риторический вопрос. Зеленков, ваш выход.
Ох, дед, я боюсь показаться профнепригодным, но в данную минуту я испытываю очень сильный желудочный спазм. Боюсь, что я... Стыдно, юноша. Стыдно. Да, очень. Ну, хотя бы поассистируйте. Да, да, пожалуйста. Инструмент. Если не брезгуйте. Ну и что скажешь? Ну, в лаборатории скажу точнее. А пока черепно-мозговая налицо. Ну, поехали. Череп мы изымаем. Остальное закапывайте. На вашей гире удар в карате. Выбросив согнутую в колени ударную ногу параллельно полу, нападающий разворачивается на упорной ноге на 50 градусов и, закручивая с помощью рук тело, резко выпрямляет в колени ударную ногу. Оп. Во французской борьбе «Сават» этот удар носит красивое название «Фуэте». Сапронов, давай без лирики. Что в сухом остатке? Повреждения от удара идентичны. Я уверен, что и Казина, и Белькова убил один и тот же человек. Опознан соседями, согласно ориентиру. Сам Феофанов, прописан Матищев. Но три свидетеля уверены, что именно он проживает в 36-й квартире. Табельная при себе? Может, группу дождем? Он вор, а не убийца. Я думаю, мы справимся сами. Рана не заперта. И что, интересно, так разозлило нашего каратеиста? Рана вообще-то наживые. Вас это не смущает? Стал бы он руки марать. Один точный удар, и все. Я бы не был столь категоричен. Какой рост убитого, Анатолий? Ну, примерно 1,70 м, 1,80 м где-то. В криминалистике не существует слова «примерно». Мне нужно знать точно, чтобы по траектории ударов вычислить рост убийцы. А, вы хотите, чтобы я его... Именно. Ну что, есть новости от соседки. Правда, пришлось повозиться. Марья Семеновна женщина несговорчивая, но одинокая. И теперь, похоже, мне придется тащить с ней филармонию. Черт, и угораздило же меня родиться таким обаятельным. Да, твоя красота, Федя, это тяжкое бремя. Что выяснили-то? А то, что от трупа нашего не далее, как часа полтора назад, выбежала девица. Цитирую. Дрянь тощая и, судя по всему, понаехавшая. Прыгнула в такси и уехала. А время смерти 13:30, кстати говоря. Ты рост выяснил? Да, 1,78 м. Ну, значит, судя по траектории, удар наносил человек чуть ниже жертвы. Ясно. А эта девица, она блондинка, брюнетка? Цитирую. Патлы белесые, спортивные сумки через плечо. Спросите, пожалуйста, вашу новую пассию. Может быть, она видела, какого цвета было такси, логотип, номер, что угодно. Капитан Ершова, срочно объявите в розыск Аллу Смирнову, 90-го года рождения, подозревается в убийстве подельника. Предположительно, в 13:30 выехала на такси с адреса Парфенова, 8. Проверьте по службам такси пункт назначения. Номер... Так, с номером 916-235-2844. Желтая, с зеленым треугольником. Служба, зеленый клаксон, быстрее. Да за полтора часа она могла уже давно из города свинтить и залечь с концами. Не все же ваша спонтанная версия вызывает у меня смутные сомнения. Вас просто задевает, что не вы на этот раз вычислили убийцу. Тщеславие не мой порог, товарищ капитан. Тихо! Есть! Пункт назначения Белев, Тульской области.
город детства Аллы Смирновой. И по данным спутника, такси только что выехало за МКАД. Наверняка все пробки на трешке собрали. А вы куда? Да. Они сейчас данные передадут всем постам, и все. Да, знаем их сейчас. Она сто раз в попутку прыгнет, а мы ее за 20 минут догоним. Давай, давай, капитан, шевели ботинками. Проблема, девушка? Назад, жми толбак, Олег Бекович, давай, давай! Какой номер говоришь? 578. О! Да. Поняла. Он не остановился у ППСника. Значит, она еще там. А вот и они. Ну, давай, лапочка. Не подвинь. Ну, поднажми еще. Ну, давай, колбак миленький. Девушка, куда же ответ педали всего, вы? Мне проблем с ментами не нужно. Ну-ка, стой! Вера, вы справляетесь? А то я не люблю влезать в женские потасовки. Все под контролем. А вы не сопротивляйтесь. Не я, это не я его убила, слышите?